Девочки, простите, не скажете, где тут идет прослушивание на главную роль? Простите, а вы не скажете, где тут... А результаты когда будут? А результаты будут завтра. Я знаю, что опоздала. Простите. Я сейчас. Да-да, я помню. Какой букет достоинств и талантов повержен! Где найти нам королей, подобных друзам горных бриллиантов? Он благородством мог украсить трон, своим умом стяжать в науках славу. Меч воина сулил врагам урон, беседа с ним изящную забаву. Простите, а как вас зовут? Офелия. Тьфу, Лена. Леночка, очень приятно. Все хорошо, но нам хотелось бы услышать... Все-все, знаю. Всевышний дух, ты все мне дал, о чем тебя я умолял. Недаром зрелся мне твой лик, сияющий в огне. Ты дал природу мне, как царство во владенье. Знаю, Фауст тоже не то. Одну секундочку. С утра чуть свет и сразу в бой. Так предначертано судьбой всю жизнь бежать по лезвию кинжала. Наступит день, и может он, как беспощадный скорпион, вонзит меня отравленное жало. Леночка, вы прекрасно читаете. У вас явный талант. Так вы меня берете? Берем куда? Как куда? На главную роль в кино. Но, видите ли, Леночка, здесь проходит отборочный тур по английскому языку. А как же прослушивание? А, прослушивание. Так оно проходит в соседнем кабинете. Ну, по-моему, оно уже, да, 5 минут как закончилось. Закончилось. Смотри на меня и делай, как я.